Здравствуйте, с вами мистер Дидис. Кажется, сегодня я решил записать небольшой такой маленький лосочек по Майнкрафту. И для начала давайте создадим новый мир. О боже, как же давно у меня на канале не было Майнкрафта. Единственное, что у меня есть на канале Майнкрафта, это гайд, как ездить на вагонетке, в котором 7 минут у меня черный экран. И съемка номер один, да. Что? Это будет съемка. Я не знаю, это будет новый выпуск. Вон как. Сейчас у нас загрузится этот прекрасный мир. Давайте сразу поставим прорисовку побольше. О, мир. Как тут красиво. О, как он мне немножечко лагает. Нет, тут не буду ставить эту прорисовку. Я немножечко приболел. Тут бутон был. Привеси на акацию. У меня акация. Еще одна дверь. И хотя мне тут стандартом прям выдал дерево. Все равно буду рубить. Пойти. Порубим дерево. Поманчу. И вот мы нарубили дерево. Да, по-моему, исполнили, присаживаемся. Не, ну как ненавижу. Как ненавижу, когда их слишком много подряд. Ну и чё? Чё я молчу-то? Молчать нельзя! Надо действовать! Adventure time! Только отвечу, только интересности, только нежности. Так, ладно, я уже ничего не попал. Ну, дерево. Ла-ла-ла-ла. Пойдем. Так. Что у нас здесь есть? Вверх у нас есть высокая трава. Вверх у нас есть свинки. Да ты же! Да вы что, совсем офигели? Я не могу убить свинью деревянной киркой. А, вот это можно. Опа. Извиняюсь за живодерство, просто так удобнее. Мой первый нормальный летсплей. Первый мой нормальный летсплей. Я просто в шоке. Ну, сейчас на лицензии, на 1.75, да? Здравствуйте. Есть его нельзя, но... На нем, как бы, это дешевое топливо. То есть, кто не знает, то, а я думаю, не знают очень много. Ну, по крайней мере, те, которые не играли с продвинутым Домониатинсом для... для крафта. Они играли, они не знают, что он дает хоть и мало, но он дает топливо. То есть на нем можно что-нибудь жарить. Свининку там он пожарит, там палку или что-то там морозил, там по терге погреть, там по шашлыку. Так, и сейчас я иду. Бред знает куда. Бреда сейчас нет дома, так что спросите, я его не могу. Вот сразу немножечко камушка надыбан. 4, и нам хватит уже на печку. Вот так. Раз. Два. Три на кирку. Раз. Два на меч. Раз. Два. Три. Три. Я сказал три. Три. Топор.
И еще один. Кстати, я смотрел, писали в 1.6.1. Удален херабрин, удален херабрин. В этой версии удалена роза. Вот мне приятнее думать, что это не маг. Драма. Равно, если я буду убивать кури, ни к чему хорошему это не приведет. И мне невкусно. А это тогда что? Можно скрафтить. Да прочь, я пошел от этого. Блин, это что? Это сирень. Не подумай, просто мне нравится запах сирени. Ладно. Ставьте лайк, если вам тоже нравится. Вообще, я травмирую. Вообще, до вчера, кстати, на большом компьютере, то сейчас на интернете ничего и вообще там. Каждые 5 минут мне синий экран, нужно добраться. Но сейчас у меня нет микрофона, у меня сейчас блин, у меня сейчас только тут бреда всякого. У меня сейчас микрофон не подключен, вообще не подключен, ну ладно. Честно, я не могу подключить. Да. Вау. Я не знаю, что такое может быть, но не так. И мы продолжаем. И показала. Ну, в общем, все, наркома лучшие видео на свете. Всем удачи. Всем пока.